В течение 2 дней здесь, в Москве, мы участвовали в форуме, во втором международном форуме «Женщины третьего тысячелетия». Это прекрасное мероприятие, организовано было оно в Доме национальностей правительства Москвы. С приветственным словом выступила Мария Захарова, Министерство иностранных дел России, которая поприветствовала всех участников форума, дала нам напутственные слова, направление, как будем работать, пожелала нам удачи. Делегация Мирнинского района поучаствовала во втором международном форуме «Женщина третьего тысячелетия», который собрал жителей из 27 регионов России и 6 дружественных стран. Это уникальная площадка для объединения женщин-лидеров с целью обмена опытом и знакомства с передовыми практиками, направленными на обсуждение роли женщин в современном мире. В первый день прошло награждение победителей международного конкурса «Женщина третьего тысячелетия», а также победителей 4-го международного фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах». Из 500 заявок выбрали 51 победителя, среди которых жительница Мирного Елена Адамова. Задача форума наша – это объединение женщин и обмен опытом, реализация своих внутренних проектов, какая-то коллаборация между женщинами как международными странами, так и на площадке Российской Федерации. А также мы отмечаем женщин креативных индустрий. Вы можете здесь наблюдать небольшую выставку фестиваля «Руками женщины». Мы очень любим мастеров из Якутии, они периодически с нами сотрудничают, мы их приглашаем.